В Магадане сотрудники госавтоинспекции провели встречу с автолюбителями. Она посвящена акции «Общественный совет за безопасность дорожного движения». Встречу сотрудники полиции провели совместно с представителями общественного совета при УМВД России по Магаданской области. В связи с наступающим праздником, Днем семьи, любви и верности, в Рио начальника УМВД России по Магаданской области поздравил супружеские пары. Сотрудник вручил семьям цветы и памятные презенты. Это неожиданно. Мы в процессе работы забыли, что сегодня праздник. И это было прям невероятно так приятно, что это... Я прям не могу, я слов нет. Акция «Общественный совет за безопасность дорожного движения» проходит уже почти 20 лет. Несмотря на это, жители до сих пор приятно удивлены вниманием сотрудников полиции. Нам очень приятно сегодня вот так внезапно, неожиданно встретить вас на нашей Колымской трассе, муж и жена, и в канун Дня любви и верности поздравить вас с этим праздником. Дай Бог здоровья и всего самого хорошего. Сотрудники полиции присоединились к проведению мероприятия. Они пожелали автомобилистам безопасности на дороге и вручили памятки для учета скоростных движений. Мы желаем им безопасных дорог. И самое главное, помните, что семья – это важно. И правила дорожного движения соблюдать нужно не только для того, чтобы не получить какие-то штрафы, а для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье себя, своей семьи и тех окружающих людей, которые являются участниками дорожного движения. Представители общественного совета при УМВД России провели для автомобилистов беседу по выявлению проблем на дороге. Магаданцев спросили о том, чего им не хватает для комфортного вождения. Также сотрудники спросили у людей, возникают ли у них проблемы с дорожным движением, светофорами и камерами. А вы знаете, больше камер ничего не даст. По-моему, я вот по городу часто катаюсь, шибко нарушителей я не вижу, чтобы там где-то кто-то нарушал. Но на материке ездите за рулем? Да, бывает? Езжу. Ну вот если сравнивать, на материке у нас у где? У нас аккуратней. Главный вывод, и было очень приятно слышать, что сравнивают работу сотрудников ГАИ Магаданской области и материка. Это, говорит, небо и земля. То есть наши ребята на уровне, культурные, вежливые. Вот. Отмечают и улучшение организации дорожного движения, и грамотную разметку. То есть это уже сотрудники дорожного надзора стараются. Специалисты отметили, что за последние 20 лет традиция проведения акции закрепилась. Сначала автомобилисты настороженно относились к ней и не шли на контакт. Сейчас уже горожане привыкли и с сотрудниками госавтоинспекции разговаривают откровенно. Представители общественного совета отметили, что для них в первую очередь главное, чтобы магаданцы им доверяли, шли на контакт и относились с уважением к сотрудникам полиции.